Чего же ты ищешь? Возмездие? Денег? Или чего-то большего? А ты хорош. Немного неотесан, но хорош. Есть работенка. Матерый гангстер набирает команду. Я водитель. И я пилот. Я всю жизнь ждал этого шанса. Что думаешь? Много ты понимаешь. Знаешь, где взять корабль? Знаю, у кого. Лучший контрабандист в галактике. Слышал про тебя байку, все думаю, вранье. Все слухи, что ходят обо мне, не врут. Элтри! Оставь его лицо в покое. Кто это с тобой? Если пойдешь с нами, считаю вес намертво. Лучше бы тебе пристегнуться, малыш. Вон они! Дам тебе один совет. Если в каждом видеть предателя, тебя никто не разочарует. У меня очень хорошее предчувствие. А ты когда пилотом стал? Сколько тебе? 190? А, не дашь. Жми! Эта старая развалина опять перегрелась. Ладно, заходите, а я посмотрю. Мы принесем тебе чего-нибудь холодненького. Что это такое, черт возьми? Это сука из Самуата, сынок. Ну-ка попробуй ее склеить. Хорошая штучка. Ее зовут... Мэлори. Мэлори, какая разница? Я их всех зову сучками. Ты что, флиртуешь со мной? Твой ход, ублюдок. Давай. То, что моя баба пол твоим приятелям вытирает, еще не повод для тебя вмешиваться. Хватит, он мертв. Нет, тут не спрячешься. Кто же будет счастливчиком? Раз, два, три, четыре, пять. Деревенщину кончать. А потом добавить опять. Раз, два, три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Моя мамочка учила меня выбирать самое лучшее. Это как раз то, что нужно. Когда тебя спросят, кто это сделал, скажи, что это сделали Микки и Мэлори Нокс. Ну-ка, повтори. Микки и Мэлори Нокс сделали это. Микки и Мэлори Нокс. Итак,
Хочу предупредить всех присутствующих. Если о том, что мы здесь услышим, скажем или сделаем, станет кому-нибудь известно, значит, утечка произошла от вас. Когда все это случилось, президент сказал одно: найдите Конрада Брина. Месяц назад сюда приезжала группа молодых активисток из Санта-Фе. Одна из девушек захотела взглянуть на бюст Фредерика Ремингтона. Президент пригласил ее в комнату, прямо за овальным кабинетом. Они там пробыли 3 минуты. О, Господи, ради всех святых. Мы абсолютно уверены, что ничего не было. Может, докажем, что это был побочный эффект от лекарств? Кто знает об этом? Тебя даже не интересует, правда это или нет? Какая разница, правда это или нет? Слух прошел, пресса в курсе, она будет играть на этом. Это должно быть интересно. Что это? Черновая видеофонограмма, рекламная кампания наших конкурентов. А, сенатор Нил. Кто-то выкрал ее из аппаратной. Сделайте громче. Она пойдет в эфир послезавтра. Избирательная кампания близится к концу. Какую песню поет президент? Слава богу, на свете есть маленькие девочки. Это принципиальность. Это честность. Что бы делали без них мальчики? Пора сменить пластинку. На выборах голосуйте за Нила. Нила в президенты. Да, история. Мы же не можем развязать войну. Никакой войны не будет. Будет лишь видимость войны. Мы не можем устроить такой спектакль. Сколько это будет стоить? Значит, ты хочешь инсценировать войну? Да, таков план. С кем? С кем? Над этим надо подумать. Ну хорошо, вы выиграли один день. От силы 2. На крупице можно наскрести 11 и дотянуть до выборов. Как вы собираетесь их собрать? На 11 дней не хватит. Президент трахнул девушку-скаута. Юную активистку. Хорошо, он трахнул юную активистку. Что можно придумать, чтобы отвлечь от этого внимания? Простите, мне нужно выпить овощный коктейль. А вы как думаете, что может отвлечь от этого внимания, мистер? Ничего, ничего, ничего. Для этого нужно, по крайней мере, начать войну. Почему собака виляет хвостом? Потому что собака умнее хвоста. Если бы хвост был умнее, он бы сам вилял собакой. Плутовство или хвост виляет собакой? За 7 дней Бог создал этот мир. За 7 секунд я разрушил свой. Появилась новая, темная, влиятельная сила в Цинциннати. Если вам не нравится журнал «Хастлер», не читайте его. Я и не читаю. Мы ломаем запреты. Как насчет волшебника изумрудного города? «Хастлер» изображает Санта-Клауса в непристойной и постыдной манере. Приличные люди подвергаются развращению. Заснять губернатора штата Огайо Джима Родерса, когда он покупал в киоске номер журнала с Джеки О. Вы пожнете бурю. Значит, ваше намерение было показать преподобного Фолвилла Ханшонь. Он ему является. Меня интересует ваше дело. Вам стыдно, что ваш муж в тюрьме? Я никогда не стала бы стыдиться за Ларри. Он борется за то, во что он верит. Ты такая красивая. Я ведь просто издаю журнал! Как вы можете, будучи добрым христианином, защищать эту грязь? Аллилуйя! Мистер Флинт, на вас американский флаг? Вы обращаетесь со мной, как с ребенком, и я буду вести себя соответственно. Сейчас ты зашел слишком далеко.
Hello, walls. Hello. Hot things go for you today. Don't you miss her? Since she up and walked away, and I'll bet you dread to spend another lonely night with me. But lonely walls, I'll keep you company. Пойми, все мои действия могут отразиться на вас с мамой. Я боюсь вам навредить. Прошлые игры все изменили. Я чувствую. Что ты чувствуешь? Надежду. Я знаю, ты спасла нас тогда. Но я не могу больше изображать на камеру, что мы пара, и избегать друг друга в реальности. За кого они ее принимают? От нее надо избавиться. Я согласен, но в нужное время и нужным образом. Надо бежать, Гейл, иначе они нас убьют. Они убьют нас. Люди готовы сражаться. Я остаюсь. Вы хорошо показали себя на играх, мисс Эвердин. Но это были лишь игры. Хотите развязать настоящую войну? Представьте, тысячи людей погибнут. Ваших любимых не станет. Что я должна сделать? Это 75-е голодные игры. В честь юбилея участников выберут из победителей прошлых лет. Китнес! Дайте мне попрощаться. Китнес! Что надо делать? Думаю, в этих играх все будет по-другому. 75-е голодные игры! Ты готова? Вот и она, огненная девушка, Китти Севердин! Забудьте все, что вам кажется, вы знаете об играх. Прошлый год это был детский сад. На этот раз вам предстоит сразиться с опытными бойцами. Последнее напутствие. Постарайся выжить. Кто твой настоящий враг? Что там по закону нельзя размещать на билбордах? Кажется, там не должно быть клеветы и слов типа «вагина» или «член», да? И «анус». Это мне подходит. Так вы мама Анжелы Хейс? Все верно. Анжела Хейс – моя дочь. Итак, Милдред Хейс, зачем вы арендовали эти билборды? Мою дочь Анжелу убили 7 месяцев назад. Похоже, полиции больше по душе кошмарить чернокожих, чем заниматься реальными преступлениями. Это что еще такое? Диксон, у меня тут чертов семейный пасхальный ужин. Простите. Знаю, шеф, но у нас тут небольшая проблема. Я сделал бы все, чтобы поймать убийцу вашей дочери, но вот это нечестно по отношению ко мне. Пока ты сидишь, что ты ноешь, как сопливая сучка, чью-то девочку прямо сейчас могут кромсать на куски. У нас две официальные жалобы насчет билбордов. От кого? От дамы с косым глазом. Дама с косым, сука, глазом? И жирного дантиста. Должен сказать, у шерифа в городе много друзей. Это не ты просверлила маленькую дырочку в руке дантиста? Конечно, нет. А? Я сказала нет. Соболезную насчет Анжелы, но мы все в городе против этих билбордов. Ты знаешь, кто кинул банку? Какую банку? А ты что скажешь, милая? Я ничего не вижу. Молодец. Слышь, гондон! Чего? Чего, Диксон? Да она только что гондоном тебя назвала. Чем больше подключается общественность, тем больше шансов раскрыть дело. Если бы ты не перестала ходить в церковь, ты научилась бы тогда хоть немного понимать чувства окружающих. Весь этот гнев, он порождает еще больший гнев. И 3, 2, 1. И
как бы печально сейчас не выглядели эти билборды, нас всех интересует, закончена ли на этом печальная сага о трех билбордах на границе Эббинга, штат Миссури. Ничего не закончено, тупая стерва, все только начинается. Так и скажи всем в передаче «Доброе утро, сраный Миссури, сука упоротая». На нашей планете множество проблем. Загрязнение, перенаселенность, глобальное потепление. И когда кажется, что хуже уже быть не может... Зомби. Я один из тех, кто еще не стал зомби. А это мой город. Он всегда был тихим, а сейчас совсем вымер. Я еще жив только потому, что соблюдаю 47 правил выживания в зомби-ленде. Правило номер 8. Будь в форме. Зомби ведут активный образ жизни. Нужно соответствовать. Правило номер 37. Даже в момент глубокой релаксации сохраняй бдительность. И, наконец, правило номер 1. Найди крутого напарника. Как тебя зовут? Талахаси. Мама мне всегда говорила, когда-нибудь ты найдешь свое призвание. Вряд ли она имела в виду уничтожение зомби. Но зомби-убийство недели? Вообще-то, приз за лучшее зомби-убийство достался мисс Синтии Никербокер. Плюс нашего положения в том, что девушки теперь сами ищут повода для знакомства. Куда едем? В Калифорнию. Там нет зомби. Ну-ну. А какие парни нравятся твоей сестре? Она любит крутых парней. Крутых, значит, а? Угу. Клёво. Добро пожаловать в Зомби-Лэнд! Эй, в чем дело? Пожалуйста, выйдите из машины. Что это значит? Стойте прямо, сэр. Фильм «Братьев Коэн». По роману Кормака Маккарти. Один шанс может изменить твою жизнь. Уэйлен, что в сумке? До хрена денег. Одна ошибка. Что ты задумал? Полную глупость, но я попробую. Ее уничтожит. Думаете, Мосс представляет, что за типы за ним охотятся? Мне нужен Левилин Мосс. Вы заходили к нему в трейлер? Да. Хотите что-нибудь передать? Да. Темное дело, а, шериф? Темное, не темное, разгребать нам. С ним не договоришься. Даже если ты вернешь ему деньги, он все равно тебя убьет. За доставленное неудобство. Скажи-ка мне, ты варил решку, много проигрывал? Выбирай, дружок. Старикам тут не место. Он что, убивает всех подряд? Можешь называть его бубонной чумой. Судя по документам, церковь уже 4 месяца как сгорела. Отпечатков не нашли. Выпустили ориентировки на друзей Христовых. А через неделю они во Франклине.
Духовное возрождение. Древняя религия. Представьте, что мистер Харизма об этом сказал. Ограниченность вашего рассудка! Какой у них средний коэффициент интеллекта? Аминь! Настолько нос задрал, что Техас видишь? Что ты знаешь об этих людях? Мы узники! То, что говорят мои глаза. Вижу склонность к ожирению, бедность, любовь к сказкам. Нас осудили! Те жалкие несколько баксов, что имеют, они кладут в корзину, жертвуя пастору. Эти точно не знают, как атом расщепить Марти. Знаешь, все-таки мерзкий у тебя характер. Не все жаждут сидеть дома в одиночестве и дрочить на пособие по криминологии. Кое-кто наслаждается обществом. Всеобщим благом. Если ради него выдумывают подобные сказочки, толку от него никакого. Ваши страдания привели вас сюда. Они отгородили вас от того, что ведает сердце. А здесь много добрых сердец. Я смотрю и вижу, как много. Поговори со мной. Я вижу здесь много радости. А ты представь, если бы они не верили, что бы они творили? То же самое, что и сейчас, только на виду у всех. Бред собачий. Кругом только и были бы оргии и побоища. Если благопристойность человека обеспечивает лишь ожидание божественной награды, то такой человек – говна кусок. А когда говно лезет наружу, это всегда проще. Да уж, по говну ты у нас первый специалист. Ты считаешь, твой блокнот – каменная скрижаль? Что сказать о жизни? Приходится собираться вместе, кормить себя сказками, противоречащими всем законам Вселенной. Все, чтобы пережить еще один день? Я спросил себя, нет, я умолял себя! Что это говорит о твоей реальности, Марти? Когда ты вот так говоришь, я слышу панику.